Значит, походу так же делается, да? Вот так вот мы ставим. Ручки вот эти. Все. Окей, делаем тогда побольше всего этого. Сейчас мы все сделаем, ребята. Все, сейчас будет у нас. Ах, у нас теперь дерева не хватает. Вот ручка нужна, да. Только ручка и факел, на самом деле. Вот для чего дерево нужно. Ну ничего, у нас уже есть два этих. Все, теперь мы можем добывать еще дольше. У нас крутая кирка теперь. Ну что, я вот хочу здесь дом сделать. Чтобы сделать дом здесь, надо вначале все почистить. Вот от вот этого всего. Я хочу здесь видеть только траву. Никаких цветов, ничего здесь не должно быть. Хотя я цветы собираю на самом деле. Но я выкину потом их. Соберем их. Так, вот это мне не нужно. Я хочу сделать красиво здесь. Ровно. Ровно все. Так, ну будем равнять немножко. Начнем с того, что подровняем все. Всем привет. Версия Minecraft 10 Edition. Windows 10. Вначале надо много дерева. И не надо много камня. Окей. Так, и не надо разлаживать камень по одному, а весь камень просто правой кнопкой мыши. Я не знал. Только у меня правой кнопкой, если я нажимаю, смотри, я нажимаю правой кнопкой, он просто на десятку делает. Как мне сделать, чтобы он на единичку все сделал? Так не работает, по-моему, здесь. Потому что у меня другая версия. Иди в шахту за железом, пожалуйста. Ну, я схожу. Я вначале хочу кроватку себе сделать, поспать первую ночь, потом отправиться в путешествие дальше. И вот сейчас я сделаю здесь красиво все. Давайте кирку такую использовать. По-моему, без разницы. А, тут можно вообще вот так все делать. Зачем я кирку использую? Она, может быть, не ломается, ребят? Подскажите, кирка ломается, если я делаю вот траву вот так? Ну, обычные кубики вот эти. По-моему, нет. Или ломается? Сейчас. Мне нужны блоки все равно, поэтому я тут все так убираю. Вот, например, здесь не очень красиво, да? Это же грязь наша, да? Оп. А, это грязь. Подождите. А где то, что я сейчас добывал-то? А, нельзя траву такую сделать, что ли? Я бы хотел, чтобы... А, наверное, она зарастет, ребята, или что? Если я так поставлю, появится трава со временем? Я чуть не понял просто. А, ломается кирка. Ну, тогда лучше всего вот так тогда. Я думаю, что тут трава появится сразу. Как мне сделать, чтобы трава заросла? Подождать просто или что? Я бы травку хотел здесь видеть. А, лопата еще есть. Если бы я знал, как лопату делать. А зачем лопата? Она для травы, чтобы быстрее, чтобы вот эти кубики быстрее, да? Сделай печку. 8 булыжников. Но это я знаю. Потом сделаю. Как мне траву сделать, ребята? Лопатой, что ли, или что? Да не надо говорить, что мне делать, ребята. Я знаю, что делать. Я просто хочу сделать домик вначале. Вот я хочу траву здесь. Что мне сделать, чтобы трава была? Хочу траву здесь. Чтобы везде была трава. И все красиво было. Здесь я вот так сделаю. Здесь у меня будет балкон. Я буду смотреть на воду. И будет все красиво. Здесь вот будет. По-любому. А как можно быстрее вот это делать? Я просто боюсь нажать сверху, чтобы второй блок не появился. То есть у меня здесь будет балкончик. Ну так, немножко подровнял я уже. Тут, конечно, еще много работы. А, жди, окей, зарастет все. Хорошо, это хорошо. Теперь я понял. Значит, надо ждать, появится трава. Так, нам нужна кровать. А, нужно сундук сделать еще. Но сундук особо не нужен, но просто чтобы был. Я люблю, чтобы все было здесь красиво. Так что давайте, я не помню, как сундук делать. Не, вернее, я помню, как его делать. По-моему, все вокруг надо вот так поставить, это будет сундук, насколько я помню.
Да, сундук сделали. Хорошо. Сундук надо ставить сразу. На девяточку сундук поставим здесь. Вот у нас сундук. Красота, да? Можно его открывать еще. Я туда цветы всякие буду складывать. Я не знаю, зачем они просто... Тут цветы и семена какие-то. Да не, я тут уже играю, ребята. Если что, добавляйте меня в друзья. Андромалик, вот. В Xbox Live меня надо добавить. Так что качайте Xbox Live на Windows. И там меня добавляйте. Добавляйте и будем играть. Я так понимаю, я не смогу с вами со всеми сыграть. Только у кого Windows 10 версия. Я не знаю. Ну ладно, разберемся. Сейчас я на сайтик зайду. Посмотрю, что там, какие крафты нам. Что нам надо крафтить. Так. Сейчас, секунду. Все. Сайт я открыл. Так, значит, что там у нас? Что нам надо сейчас крафтить? Реально надо, не просто вот что-нибудь крафтить, да? Печку надо скрафтить. Печку давайте крафтить. Как вы мне говорили. Делаем печку. Печку делается, печка делается легко. То же самое, как и сундук. Вот и печка у нас есть. Давайте на троечку ее поставим. Так, где печка будет? Да пусть тут стоит что тут. Вот она, печка красивая. И здесь можно что-то плавить. Нужен уголь, наверное, какой-то. Например, железо-уголь получится что-то там, да? Правильно? Нужен же уголь здесь. Или что-то надо посерьезнее. Уголь тут недостаточно, угля. Ой, поешь. А как поесть, ребята? Подскажите, как есть. Я не знаю, как есть. Вот мясо у меня, я его не могу поесть. А то я сейчас умру. А, еще спаунпоинт мне говорили поставить. Я поставлю спаунпоинт вот здесь, если я сдохну. Левой кнопкой возьми, правой разводи в верстаке. Нажми правой кнопкой, потом зажми левой и тащи по слотам. Будет выходить по одной. Так, окей. Все, ребят, все, я понял. Окей, я понял. Так, а что это? Я понял, все. Так, как есть? Печка, еда и уголь, срочно. Окей, значит, вот она, печка. У нас есть кусок мяса, да? Значит, кусок мяса. И уголь. И надо ждать, да? Ничего делать не надо, само все готовится. Окей, а как есть? Просто взять и поесть? Так, приготовленное мясо. Давайте второй кусок. Можно, наверное, вот так даже идти, да? Не брать с собой. Ну вот оно, мясо, троечка. Так. Ой-ой-ой, это я и поел, все, окей. Спасибо, ребята, теперь я знаю, как есть. Не очень сложно, на самом деле. Версия вот, Minecraft Windows 10 Edition. Она вышла буквально неделю назад. Это новая версия. Она была в бета-версии, сейчас она релиз появился. До 20 числа на эту версию скидка, она стоит всего $10. Наверное, 600 рублей будет стоить. Она в Windows Store, если у вас Windows 10, там Windows Store и Minecraft пишите, там можно купить. Так. Убей корову. Ну, погнали. Сейчас я хочу потестить, чем ее легче убивать быстрее корова. Киркой или просто руками? Ну, давайте кирка. Раз удар, два, три. Три удара, да? А руками, наверное, дольше получается. Ну что, есть у нас еще мясо. Закинем тогда. Если я три штуки закину, оно приготовится, да, само там. Что, покушаем? Все. Ребята, что у меня за левел? Это что, тут левелы надо вкачивать? Видите, у меня второй уровень сейчас. Это когда я что-то добываю или кого-то убиваю, мне дают опыт. Мне дают, короче, опыт. И... Так, давайте музыку сменим. Еще какой-нибудь трек послушаем. Что это за музыка? Вот какой-то Minecraft называется трек. Я не знаю, какой-то не очень. Oxygen тоже. Вот этот, по-моему, неплохой. Может быть, слишком грустный, но послушаем.
Да не нужен мне меч сейчас, ребята. Я хочу дом строить. Что вы мне подсказываете уже? Я хочу начинать, как будто я первый раз играю. Я хочу все по порядку делать. Я не хочу сразу все делать. Так. Сделаем здесь красиво все. А, кстати, если на цветок ставить, то что? А, вот что. Оказывается, надо вот так. Окей. Теперь я это знаю. Так, окей. Все, неплохо. Здесь еще выровнять надо, я так понимаю. Или убрать наоборот. Как мне лучше сделать? Давайте уберем. Так, а как лопату сделать? Давайте посмотрим, как у нас лопата делается. Так, лопата. Лопата. Ищу лопату. Я через сайт. Вот она, лопата, да? А, легко делается лопата, очень легко. Так, значит, мы заходим сюда. Дальше нам... Ага, у нас дерева не хватает. Да, для этого вот нам и дерево надо. Пойду, короче, дерево добывать, ребята, я ухожу. Вот мой дом, не трогайте его, пожалуйста. Надеюсь, все будет хорошо. Идем за древесиной. Будем рубить лес. Рубить деревья. Уровень нужен, чтобы зачаровывать вещи и оружие. О, прикольно. Раньше такого не было. Я как-то очень давно, 5 лет назад, наверное, играл. Она была в альфа-тестировании, эта игра. Я ее тогда даже купил. Тогда никто не знал про эту еще игру. Она только была в разработке. И она мне как-то понравилась, а потом как-то я забил на нее. И вот тогда ничего этого не было, поэтому я только помню некоторые моменты. Так, то дерево я срубил, что ли, действительно? Окей, тогда давайте это, чтобы красиво все было срублено и там, и там. Или наоборот, здесь лучше не рубить, чтобы красота была, а то получается деревья, как бы, я вырубаю, некрасиво смотрится все. Так будут деревья расти. Лучше пойду куда-нибудь подальше, реально. Вот это дерево я зря срубил, конечно. Некрасиво теперь смотрится. Главное не заблудиться мне назад, чтобы вернуться. Пойдем вон туда. Версия Windows Store. Если у тебя винда 10, можешь скачивать. Только надо ее купить, она платная. Без меча меня ночью убьют. Ну, я как бы выключил ночь. У меня сейчас только день. Я как бы тренируюсь. У меня как тренировка. Что-то не особо рубит, да? Дерево. По-моему, то же самое, что я и так делаю. Или чуть быстрее. Нет, такая же скорость. Здесь нужен топор, наверное, если он есть вообще в игре. У меня дерево есть? Где у меня дерево? А, точно, у меня дерево было. Ну ладно, будет больше. На будущее. Не будем возвращаться. Так, вот тут еще у нас. Игра такая расслабляющая, на самом деле. Спокойная, особенно музыка вот эта. Если вы слышите, конечно, музыку. Я могу погромче делать музыку, если что. Может быть, слишком тихая уже на этот раз. Я вырубил ночь, потому что я тренируюсь. У меня тренировка такая. Мне надо научиться крафтить все наизусть, без всяких сайтов, без подсказок. Потому что я не знаю рецептов. Так. Топор нужен, две палки. И по диагонали три доски. Окей. Ну что, ладно, а куда возвращаться, ребята? Я уже заблудился. По-моему, я там жил, да? Здесь у нас есть корова, да? Ну давайте, ладно, ее завалим. Раз удар, второй, третий. А, да, так дольше убиваем. Киркой-то три раза, по-моему, надо было. Так, что будем киркой. Так, ну вот, я не хочу трогать. Ой, что-то громкая музыка пошла какая-то. Поставлю я все треки, короче, все подряд. Я плейлист на Spotify нашел. Minecraft называется. Пусть все треки подряд идут и все. Какие-то интересные, какие-то не очень будут. Будем изучать треки. Ну что, погнали. Красота, хорошая погодка. Практически не облачно. Интересно, бывает здесь, что облаков нету? Или облака всегда... Ой, я думал, не перепрыгну. Так, мой дом же здесь, правильно? Или нет? По-моему, здесь.
мобов нету, это сейчас. Я их включу потом. Мне надо домик поставить. О, дождь пошел. Первый раз вижу дождь. Прикольно, прикольно. А что дает дождь? Больше воды становится, может быть, в реках? Или что там трава быстрее растет? Что-нибудь меняется? Или это просто визуально мы видим дождь и все? Какой-то эффект идет от дождя нам. Да, я знаю, F5. Вот так будем бегать. Вот я нубас такой, с киркой. А как он атакует? О, вот так он. Так, ну что, мы сделали. Дерево у нас есть, да? Ой, а что я делаю? Мне ж не это надо делать. Я не помню, что делать. Что я хотел сделать? Я хотел сделать палку, по-моему. Как она делается-то? Не так, наверное? Нет? А, она, наверное, с обработанной древесиной делается. Да, вот, вспомнил. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тик-тик. Все, теперь Shift, правая кнопка, и у нас 24 палки. Окей, теперь нам надо сделать лопату, вы говорили. Так, лопата, лопата, лопата. Какой камень нам надо было использовать? Вот этот? Да, лопата есть. А я уже нельзя. Значит, раз, два, раз, два, раз, два. Много лопат сделаем. Какой камень я использовал? Тут не важно, какой камень, или важно? Этот не работает камень. Так, и значит, чик. Все, лопат у нас много. Все, пойдем копать картошку. Так, ну, попробуем. Ой, ребята, ой-ой-ой-ой, спасибо за подсказку. Вот это мега скорость. Сейчас мы тут все выровняем. Хотя я не знаю, какие ступеньки хочу сделать красивые. Я не знаю, как тут равнять лучше. Вначале сделаем так. Так. Я хочу просто все до нуля сделать. А дальше будем смотреть. То есть у меня будет неприступная крепость. То есть если зомби будут, они наверх не попадут ко мне. Никак вообще. Да, лопатой одно удовольствие, конечно, работать. Экономия времени, по сути. Ну вот, все, сейчас почистим здесь. И сделаю ступеньки только по центру где-нибудь. У меня, короче, такой план. Кровать надо будет скрафтить потом. Я не знаю, что еще дальше там. Ну все по списку, у меня есть сайт, я могу все рецепты смотреть, вы мне подсказываете, так что я быстренько все сделаю. Так, если я тут сделаю, вода получается, да? То есть можно будет еще какую-нибудь пристань хорошую сделать для моего катера. Здесь будет моя лодка, я буду рыбу ловить и прочее. Короче, все как надо. Хотя тут лодок нету, я знаю. А может есть, не знаю. Ну, никогда не видел, вроде лодок здесь нету. Но можно сделать, скрафтить чисто с кубиков. С блоков этих. Типа лодка моя будет. Так, у меня сейчас лопата сломается. Да, вот она сломалась. Погнали следующую лопату. А что за трек играет, не могу понять. Вроде трек играет, но звука нету. Лодка есть? О, прикольно. Я не знал. Так, ну я, наверное, уже увлекся. Немножко больше, чем надо делаю. Ну ладно. Надо мне сверху посмотреть, как это смотрится все. Чтобы понять, что мне надо изменить. У меня будет такая неприступная крепость, короче, будет. Я знаю, что здесь можно стекло крафтить.
Я буду так смотреть через стекло, как зомби бегают везде вокруг меня. И наслаждаться видом. Вечерком, когда все темно, везде факелы поставлю, все будет красиво тут светиться. Так, ну что, как вообще выглядит? Так. Ну, площадь должна быть большая. У меня же большая будет. Большое поселение такое. Много чего тут будет. Потом вас всех приглашу сюда. Будем бегать вместе. Так, ну чё, пока не знаю. Что-то не хватает, да, ребят? Тут как-то кривовато все выравнивать. Как мне лучше выровнять? Начать вот отсюда. Хотя ладно, пусть так будет, ладно. Хотелось бы просто идеально все сделать. Но, блин, это долго. Поэтому давайте здесь... Вот так будет. Это будет самая граница моя. Сейчас сюда перепрыгну. И здесь сделаю. Все, ну как-то так. Пусть граница будет такая. Все, это, короче, моя стенка здесь будет. И с этой стороны еще что-нибудь сделаю. Так. Так, так, так. Так, так, так. Ну что, неплохо, да? И вот тут стенка будет. Тю-рю-тю-рю-тю. У меня уже скоро блоки закончатся. Так. Ну как-то так. Ладно. Тут я разберусь, я тут доделаю потом. Я хочу просто обозначить границы королевства своего. Здесь, короче, вот так. Там что-то, какой-то проход есть или нет? Ничего нету, да? Нормально. Я там добывал же, я помню. Ну что, вот так вот выглядит. И сейчас будем что-нибудь придумывать. Вот здесь надо еще такой угол нормально сделать. Соберу-ка я это. Так. Так, здесь блоков не хватает. Так, мне надо блоков пособирать где-нибудь. Сейчас что-нибудь покопаем. Вот здесь, наверное, надо вкопать вот это все. Так. Тут у нас лошадь. Я не хочу трогать лошадь. Убивать не буду. Приручать, вы говорите, можно. Ну, окей. Это потом, на будущее. Я вначале хочу по порядку все открыть. Рецепты, вот как они тут, самые простые рецепты вначале, покрафтить все. Потом что-нибудь посерьезнее. Ой-ой-ой, сломалась. А как можно сделать, чтобы она сразу новая лопата, ну, не один, ну, каждый раз вот так вот не менять. Чтобы она сразу в слот третий перемещалась. Можно ли как-то так на автомате сделать? Наверное, нельзя, да? Так было бы удобнее. Сломалась лопата, сразу следующая в этот же слот переставляется. Было бы прикольно. Ну все, здесь я... А, нет, еще. Еще чуть-чуть. Хороший саундтрек играет. Это тоже с Майнкрафта. В Майнкрафте хороший саундтрек, он такой атмосферный. Так, сейчас будем здесь киркой. Здесь немного у нас камней каких-то. Надо киркой поработать. Все. Теперь, чтобы забраться, я могу только с этой стороны забраться. С той, по-моему, тоже я не могу забраться уже. Вот это я не знаю, здесь доделать что-то. Или выровнять еще одну линию. Тогда у нас все нормально будет. Так, ладно, у нас блоков много. Кстати, я не голодный. То есть время от времени он становится голодным, но как-то неравномерно. То есть сейчас вроде как долго... Я уже играю, ничего есть не надо, все нормально. Кстати, у нас там, наверное, приготовилось все. Да. Три кусочка мяса. Стейка, да? Окей. Так, здесь я, походу, еще сделаю линию. Вы говорите, что трава зарастет, значит, она зарастет. Ну, а вот там уже заросла, смотрите-ка. Ну, вот чуть-чуть видно еще, но скоро зарастет и здесь, я так понимаю. Я там недавно, наверное, менял все. Так. Ну что, давайте почитаем чатик. Для приручения лошади нужна морковь и седло. Так. Лаги. У кого лаги? Снова лаги? Вроде нормально все. Можно совмещать две поломанные лопаты. Будет более целое. О, прикольно.
Прикольно. Иди в шахту добывать железо. Это в будущем. Так, что вы хотите мне сказать? Так. Бери все и левой кнопкой. Бери все и левой кнопкой. То есть я могу две лопаты положить или про что это комментарий? Лодка делается как пол сундука на верстаке. То есть я могу прямо сейчас сделать лодку? Ничего себе. Это прикольно. Как пол сундука. Давайте посмотрим, что значит как пол сундука. Так, а я могу на сайте сейчас это написать. Где мой сайт? Я напишу boat. Это типа лодка. Boat. Должно же быть. А, вижу, как крафтить. Спасибо за подсказку. Так, значит, мы делаем вот так вот. Лодка у нас делается. А, нет, не это, ребята. А, другая древесина. Наверное, вот это, наверное, древесина, я так понимаю. Нет, не это. Что-то я не понял. Что ж нам надо, ребят? У нас такие штуки вообще есть? Что-то я не понял. Вот с этой штуки не сделал я лодку. Вот написано так, но там другая иконка. Лопату сделать. Окей, сделаем лопату. Давайте сделаем сразу 4 лопаты. У меня лопата сейчас закончится. Нам еще пригодится. Так. Каменную лопату. Так. Так. Все, лопат много. Я не понял, как сделать лодку, ребята. Там нужна другая древесина. А, как пол сундука плюс лопата? А почему мне на сайте так не показывает? Какая лопата? Какая лопата, ребят, вы о чем? Как пол сундука и лопата? Я не понимаю вас, вы пишете комментарии на непонятно что. Пишите полный ответ. Я не понимаю, когда вы пишете полслова какого-нибудь. Лодку можно сделать с любого дерева. Но я же показал, не работает она. Не знаю, как сделать лодку. Я делал все как надо. Мне нужна просто древесина, я так понимаю, не переработанная, что ли? Или что? А, деревянную лопату надо. Окей. Скрафтим деревянную лопату. Так, так. Так, вот с этим, да, она? Вот, деревянная лопата у нас. Окей, что дальше? Мы ставим вот так, и деревянная лопата. И что деревянной лопатой делать? Ну, сделал я деревянную лопату, ребята. Обновите стрим, у вас задержка просто. Вы не понимаете, у нас задержка минута где-то. То есть я ваше сообщение вижу через минуту. Пол сундука. Ну вот, пол сундука. В центре лопата. О, наконец-то. А чего на сайте не написано про это? На сайте ошибка. На сайте лопаты нету и как бы... А, у нас немножко другая лодка. Там крафтится обычная лодка. А здесь типа другая. Ну окей. Скрафтили лодку. Давайте посмотрим, что мы можем с этой лодкой сделать. Все, спасибо за подсказки. Теперь я понял. Вы же говорите, крафти. Смотрите, как надо писать. Вот, чтобы я понял сразу. Одним большим сообщением пишите. Скрафти деревянную лопату, поставь в центр и вокруг, и все. И как бы я пойму. Но когда каждый пишет
пол предложения, то непонятно ничего. Так, ну чё, мы им поставим. Вот она, лодка наша. На нее можно как-то запрыгнуть? Ага, окей. Я застрял, да? На ней как-то надо по-другому ехать, да? Или я сел плохо, не понял я. Ну ладно. Лодка есть, просто по приколу мы ее сделали. Пусть тут будет лодочка. Здесь я хотел, чтобы воды больше было. Давайте лопату. Оп. У нас тут вода будет везде. Вот так вот. Так. Идем сюда.